19 августа, накануне 75-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, в селе Куйбышево состоялось торжественное открытие памятного знака «Рубеж воинской доблести». Этого почетного звания районный центр был удостоен в прошлом году. На мероприятии присутствовали почетные гости, жители села, школьники, почетные граждане района и сельского поселения. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и глава администрации Куйбышевского района Наталья Мирющенко поздравили собравшихся с наступающими памятными датами 75-летием со дня освобождения Куйбышевского района и Ростовской области. Уважаемые друзья, сегодняшний знак рубежа воинской доблести, это то, что должно нам все время напоминать, какой ценой невероятных усилий, мужества и героизма была достигнута победа. Я сегодня от души поздравляю жителей села Куйбышево, всех присутствующих с очень важным для нас событием, открытием данной стелы. Этот знак должен стать символом памяти, верности славным традициям, гордости за нашу Родину. Ведь память о прошлом – это наши дела в настоящем. Это наглядный пример всеобщего уважения, патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. Поздравляю всех с 75-летием освобождения Куйбышевского района и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Желаю всем счастья, мира, добра, долгих лет жизни на нашей благодарной земле. Пусть всегда будет светлым и мирным небо над Примиуси, над нашей великой и непобедимой Россией. С праздником! Затем наступает торжественный момент церемонии. К стеле, укрытой белым покрывалом, подходит Михаил Корнеев и Наталья Мирющенко, которые под залпы военного салюта и открывают памятный знак, установленный в удобном месте в центре села на Аллее Славы. Рубеж воинской доблести объявляется открытым. Место для него было выбрано с учетом большой проходимости. Величественный знак «Рубеж воинской доблести» виден издалека. И к нему благодарные потомки всегда будут приносить букеты цветов. Что для вас «Рубеж воинской доблести» – серьезное звание у всех? Для меня это, во-первых, перво-наперво это отдание чести и дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ну и... Во-вторых, это напоминание молодежи о тяжелых днях Великой Отечественной войны, когда их сверстники шли сражаться за Родину не просто так, а именно за свободу и независимость своей страны. Ну, сейчас молодежь, так скажем, уделяет этому внимание, как вы считаете? Или способствует, так скажем? Да, я считаю, что сейчас по сравнению, допустим, с 90-ми, попозже работа с молодежью ведется очень много. Движение «Новая юнармия» пошла, начали новые поисковые отряды организовываться, все это поднимается, перезахоранивается. Я думаю, что со временем здесь что-нибудь еще добавится, кроме этой стелы. Там копают, что-нибудь поставят. Память тех, кто в боях за Миус, за Ростовскую область, ну и вообще за нашу страну.